Такое количество творческих работ и мастеров приятно удивило бы посетителей любого выставочного зала. В экспозиции, которая в субботу и воскресенье радовала берестейцев своим ярким и необычным форматом, приняли участие около полусотни рукодельниц. Аксессуары из полимерной глины, работы из гипса и пластика, куклы из различных материалов и тканей. Это и многое другое могло приятно порадовать даже искушенную публику. В большинстве у нас бижутерия сегодня, а также игрушки у нас. Предметы интерьера очень много. Также мыло у нас будет, свечи, какие-то просто интересные вещи, необычные даже. Не знаю, к чему даже их отнести, что-то такое необычное. Сладости будут. Также у нас в программе сегодня фотозона бесплатная с фотографом, аквагрим. За два дня работы выставки ее посетили несколько сотен гостей. Спросом пользовались не только индивидуальные аксессуары, но и маленькие приятные мелочи для дома, помогающие создавать уют и комфорт. Однако полезной эта выставка была не только для посетителей, но и для самих мастеров. Ведь достижение нового уровня невозможно без постоянного совершенствования, идеи для которого можно почерпнуть, познакомившись с работами других авторов. Как для меня, как для начинающего мастера, скажем так, было интересно посмотреть, нравится ли это людям. Вот. И за счет этого уже набывать опыт. Я участвовала в индийских фестивалях, там девушки обычно рисуют в Минске у нас, вот, и около года уже сама рисую, открыла ИП по этому поводу. Вот очень нравится, как рисовать себе, так и другим. То есть такое занятие, которое, в принципе, усталости не приносит. Иногда по 5 часов рисую, и можно рисовать и рисовать, потому что потом уже закрываешь глаза, и в голове эти рисуются такие, как бы, линии плавные. Небольшой город мастеров, представленный на выходных в кинотеатре «Беларусь», стал еще одним ярким мероприятием в жизни Бреста. И как знать, возможно, скоро, перед рождественскими праздниками, подобный хендмейдовский рынок приятно удивит своих гостей и станет местом подготовки всеми любимых новогодних подарков.